понял, как человек должен заключать союз с товарищами, с Творцом, когда он знает, что завтра его желание получать увеличится, и он нарушит союз. Это не важно. Но желание получать его в любом случае будет в руках Творца. И он сможет управлять им в таком случае через окружение. Поэтому то, что он заключает сегодня союз, это не вводит его только сегодня в какую-то связь с Творцом, а дает ему... дает ему просто путь, как прийти к слиянию. А что человек получает, когда он заключает союз? Он старается построить систему его отношений с Творцом, как нет никого, кроме него, добрый, творящий добро, и поддерживать это отношение. И а какая сила, со стороны человека поддерживает союз? Сила, которая позволяет человеку поддерживать союз, он получает ее свыше. Сил нет у него. У него есть решение, что так он хочет. Так откуда человек получает силу каждый раз заново поддерживать, осуществлять этот союз? От того, что он стремится к Творцу и отменяется перед ним. Еще вопрос, откуда у человека появляется стремление к работе, когда у него нет стремления? Человек получает стремление от работы, от того, что отменяет себя перед Творцом, и тогда через отмену получает новые желания.